Хорошо. Ну что, начнем. Не будем тогда ждать. Если кто-то еще появится, то, собственно, появится. Так. Вроде все нормально работает со звуком. Со звуком. Хорошо. Да, у меня, кстати, сразу к тем, кто на вебинаре присутствует, такая информация. Да, добрый вечер. Мы вас не слышим и не видим. Значит, но мы можем видеть ваши комментарии. То есть, если у вас какие-то вопросы возникают, то вы можете писать в чат. Собственно, у меня будет возникать такая флажочек, я буду видеть, что в чат написали. Но у меня, правда, просьба, поскольку вебинар у нас такой коротенький, то лучше готовьте вопросы в конце, или если, чтобы не забыть, можете писать в чат, а я отвечу на них уже в конце. То есть все вопросы, которые вы накидаете, я обязательно прокомментирую, когда мы закончим. Все, будет все хорошо, все. Поехали. Итак, значит, презентация в учебных материалах. Честно говоря, не знаю. Нет, вроде бы никаких материалов не выдается, а вы имеете в виду записи. Я думаю, что вам лучше всего это узнать будет потом у администратора. Как бы запись вебинара ведется, но будет ли она выложена в кабинет, я не знаю. Вот, это лучше у администратора спрашивать. Окей, итак, несколько слов про меня. Кто я такой? Меня зовут Сергей, фамилия Лукошкин. Вообще, я не преподаватель, я практик. Занимаюсь бизнесом уже больше 25 лет. Работал, вернее, в основном на позициях топ-менеджеров российских и зарубежных айтишных компаний. Вот. Кроме того, у меня было 4 собственных бизнеса, но, вернее, 3 было, один вот сейчас текущий. Я в 2010 году уволился нафиг из крупной компании, поклялся больше никогда не работать с наемным сотрудником. Вот. Ну, в общем, как бы это не очень интересно. А вообще, я получил классическое бизнес-образование, в этом университете Великобритании. Вот. И, собственно, много чего делал, работал в основном в коммерческом блоке, на позициях коммерческого директора, генерального директора, директор по продажам, директор по маркетингу, по закупкам, директор по продуктовому маркетингу, ну и так далее, так далее. Вот. Так, сейчас посмотрю комментарии. Еще раз напоминаю, коллеги, если вы комментарии пишете, я на них прям сразу отвечать не буду, но обязательно отвечу потом. Если плохо слышно, смотрите, значит, у нас в этой аудитории сегодня был большой курс, он был с вебинаром, слышно было хорошо. Да, скорее всего, если плохо слышно, то увеличивайте громкость, потому что это связано, наверное, с интернетом. Окей. Итак, значит, зачем мы здесь с вами сегодня собрались? У нас курс этот, скажем так, этот семинар называется «Инструменты эффективного руководителя». Значит, в чем суть? Если вы думаете, что это какая-то рекламная дурка, типа того, что вас тут сейчас будут специалисты агитировать пройти какие-то курсы, то нет. Дело в том, что это не мой подход. То есть, если меня просят сделать какой-то курс, то я просто делаю курс, который реально полезен. Вот, а придете вы учиться или нет, это уже ваше. Вот, значит, поэтому вот за эти там 1,5 часа постараюсь вам дать максимум всего полезного, интересного, связанного с руководством. Значит, ну, начнем. Для того, чтобы сначала зададим систему координат, чтобы мы с вами говорили на одном языке. Значит, если мы говорим про руководителя, то сразу нужно понять, чем он занимается. Руководители работают с организациями. То есть это люди, которые управляют организациями. И вот здесь важно очень разобраться, что организация из себя представляет. Значит, организация это, здесь дано скучное определение из учебника сверху, а внизу я это определение расшифровал. Значит, почему? Потому что я терпеть не могу академический язык. Вот, потому что считаю, что этот язык очень плохо читается и совершенно не воспринимается. Вот, поэтому стараюсь все объяснять крупным языком своими словами. Организация – это три основных критерия. Первый – это минимум два человека, то есть больше, чем один. Вот. Второй критерий – это у них обязательно должна быть цель. И третий критерий – они взаимодействуют для того, чтобы достичь цели. Если эти три вещи соблюдаются, значит, мы говорим об организации. Если нет, то это не организация. Причем имейте в виду, что организации бывают разные. То есть у нас под организацией почему-то в народе принято понимать, что это что-то зарегистрированное, имеющее устав и выдающее отчет налоговой инспекции.
Ничего подобного. Например, Аль-Каида – это нифига не зарегистрированная организация, и она не подает отчет налоговой инспекции. Вот, но это организация. Почему? Потому что она соответствует этим критериям. То есть, во-первых, там более чем один человек, во-вторых, у них есть цель, и даже несколько, вот, и в-третьих, они намерены взаимодействовать для того, чтобы достичь этой цели. Значит, здесь мы приходим к очень важному выводу. То есть, вот давайте посмотрим на эту картинку. Вот эта организация, вы думаете, это организация или нет? Смотрите, больше, чем один человек, правильно? Они взаимодействуют. И у них, скорее всего, даже цель есть. Я почти уверен, что у них есть цель. Похоже на организацию. Хорошо. А вот это? Ну, да. Это люди, которые застряли в лифте. Добрый день. Организация? Больше, чем один человек. Ваше определение вообще подходит. Подходит, да? У них одна цель выбраться из этого. Отлично, да. Так вот, не знаю, совершенно верно. И это тоже является организацией. Но, значит, организации можно условно разделить на два типа. Есть так называемые формальные организации, есть ну, так называемые да, неформальные. Что этого, номер значит, этого закона? Эту классификацию ввел такой мужик Чарльз Барнард. Вот, это ученый, который очень много работал сейчас в организации, и, собственно, он дал... Проверить номер заказа, так как он был мне в смс-ке только... Ну и все, я ее удалил. Причем, почему он на этом заострил внимание? Дело в том, что для руководителя гораздо важнее, когда он работает, именно неформальная организация. Я уже теперь к ним не пойду. А формальная организация, это то, как бы мы хотели, чтобы люди между собой взаимодействовали, общались и подчиняли взаимно. То есть это вот та самая организационная структура, которую мы рисуем. То есть там этот начальник, этот подчиненный, ну и так далее. Вот. А неформальная организация – это то, как оно происходит на деле. То есть, по большому счету, формальная организация – это как бы мы хотели, а неформальная организация – это кто будет в кого дружит. Знаете, такая, да, внутренняя политика и тому подобные вещи. Так вот, Барнард, помимо всего прочего, сказал такую интересную штуку. Он сказал, что именно поэтому неформальная организация важнее для менеджера, чем формальная. Потому что тогда он начинает понимать, кто действительно обладает властью внутри, так сказать, этой организации, кто имеет вес, кто не имеет, кто там ведет, кто наоборот ведомый, ну и так далее. Так вот, это происходит практически везде. Если, например, вы руководитель отдела, то у вас тоже внутри отдела есть неформальная организация. Если вы руководитель департамента, то тоже внутри департамента есть неформальная организация. Вот. Очень важно понимать, какова ее структура, как она работает, кто там лидеры, ну и так далее. Вот, это первое, да? Мы сейчас договоримся о терминах. Микрофоны, да, это проблема. Сейчас, коллеги, подождите. Давайте сделаем так. Сейчас попробую отключить микрофоны всем. Если это, конечно... Так, ну вот вроде отключил, да. Вот, окей. Продолжаем. Ага. Идем дальше. Теперь еще один важный термин – это управление. И опять, я здесь на слайде привожу два определения. То есть вверху у нас определение, которое вы можете найти в любом учебнике по менеджменту, скучное, непонятное, длинное, занудное. А внизу определение, которое дает человек, ну, скажем так, человек-легенда. Вот, его зовут Питер Друкер, и интересен он тем, что он считается отцом вообще самой науки. Дело в том, что до Питера Друкера менеджмент и управление, оно, ну, руководство, в принципе, оно существовало как, скорее, как знание, которое передается из уст в уста. То есть просто какие-то навыки, умения, и, в принципе, до Питера Друкера оно все было очень разрознено на уровне там, статей, каких-то отдельных публикаций и так далее. Вот, Друкер обратил на это очень серьезное внимание, и, в принципе, он начал писать книги. Вот, с этого момента и ведется отчет официальной науки. Причем это произошло, вы удивитесь, это произошло в 60-х годах прошлого столетия. А он кто, американец, англичанин? А кто такой Питер Друкер? Нет, он не американец, он австриец. Причем, более того, он австрийский еврей. Значит, он начал работать журналистом в молодости и очень сильно интересовался вопросами управления, именно управления людьми. Вот. А потом началась Вторая мировая война, и Гитлер захватил Австрию. Ну и сами понимаете, там у евреев очень жизнь была тугая.
Вот. Он, соответственно, бросает Австрию, переезжает в Великобританию. Ну, в Великобритании тоже что-то ему там не зажилось, зато он там встретил свою любовь. Вот. И они вместе переезжают в Соединенные Штаты. А в Соединенных Штатах так получилось, что Друкер попадает... Ну, он, во-первых, очень сильно интересуется менеджментом, да? Тогда не очень много людей интересовались этой вещью, да? Вот, он попадает в лабораторию Слоана. То есть это была такая бизнес-лаборатория при General Motors. Знаете, General Motors, да, которые знали. Ну вот, собственно, и там он добивается, конечно, вот, ну, как бы весь рост его карьеры приходится именно вот на этот период. А Слоан, он просто, это водитель General Motors, он коллекционировал интересных людей. Ну, Друкер попал в поле его, так сказать, зрения, и он туда попал. И, в общем, в итоге Друкер вот, на сегодняшний день считается отцом менеджмента. Я вам больше скажу, любые книжки Друкера можете смело покупать, потому что это действительно потрясающая вещь. И обратите внимание, кстати, насколько легко он пишет. То есть у него не сложный, не академический язык, он пишет очень просто. Вот. Но это как раз благодаря тому, что он журналист. То есть он не какой-то там профессор академии. Вот, значит, и еще интересная особенность про Питера Друкера могу сказать. Друкер отличается тем, вот про него говорят так, это человек, который обогнал свое время на 50 лет. То есть дело в том, что практически вот все то, что он пишет, я прочитал все его книги, оно воспринимается абсолютно нормально во все времена. То есть вот я, когда первую книжку прочитал, она называлась «Эффективное управление». Вот. Я был поражен, потому что я еще не знал, когда она была написана. Я читал и думал, о, мужик пишет про мои проблемы, как здорово. То есть он рассказывает, что мне нужно делать. А потом я обычно люблю смотреть копирайт. Я посмотрел копирайт. И вот копирайт на второй странице книги обычно указывает. Да? Там написано копирайт издательства, то есть когда была издана книжка. И копирайт автора, когда она впервые была написана. И я когда посмотрел, я был в шоке, потому что там было написано 1968 год. Ну, то есть трансвременной. Вот. Вообще, да, потрясающая вещь. То есть вот, во все времена ты его читаешь, и вот он такое ощущение, что он написал прям вчера, да. Удивительно. Вот. И причем, кстати, это очень редко встречается, далеко не у всех. Нет, ну дело в том, что это же известная история, что времена меняются, люди не меняются. Да, кстати, вот вы видите, вы уже правильно размышляете, потому что. Отношения между людьми тоже. Да, да. Менеджмент это как раз-таки управление людьми. У нас слово менеджер используется, знаете, как попало. То есть у нас менеджер по уборке территории, менеджер по продажам. На самом деле это неправильное использование, потому что слово менеджер относится именно к управлению людьми. То есть менеджер это любой руководитель, у которого в общении есть люди. Вот. Ну а почему у нас используют менеджер по продажам и так далее? Потому что слово менеджер звучит очень круто и пафосно. Вот. И для того, чтобы посластить пилюлю там, тем, кто занимается не очень там, как бы, таким трудом, да? Да. Их называют менеджером. Аккаунт-менеджер, еще какой-нибудь менеджер, да, рекламный менеджер и так далее. Вот. На самом деле это не совсем верно. То есть верно это, когда человек управляет все другим. Вот. Значит, теперь, ну, в общем, про термины я вам рассказал. Хорошо, давайте попробуем ближе к микрофону. Хорошо. Вот, значит, про термины мы с вами поговорили, а теперь очень важный момент – это как выглядит вся система управления. То есть вот эта вот картинка, она показывает то, как должен работать управленец. Дело в том, что вот то, что я наблюдаю в действительности, в 90% случаев наши управленцы работают совершенно не так. Значит, вот почему. В нижней части картинки, конкретно вот здесь, вот вы видите такую штуку, которая называется система. То есть это так называемая модель системы. То есть в чем суть? Когда вы чем-то руководите, вот, вы руководите неким образованием процессным, да, и системным образованием, которое имеет, во-первых, какие-то определенные цели или результаты деятельности, вы что-то производите. Вот, оно имеет входы, то есть это то, из чего будет, собственно, произведено или с помощью чего вот этот результат будет произведен. А само преобразование – это и есть как бы тот самый объект, которым вы управляете. Вот. Так вот, причем у этих результатов, у цели системы есть свои собственные потребители. То есть, грубо говоря, вот видите, здесь темно-голубая – это внешняя среда, а светлая – это ваша организация, скажем так. Да? Видите, цели выходят в внешнюю среду. То есть вот в этой внешней среде есть какие-то люди, которые потребляют результаты этой системы. Ну, предположим, вы руководите бухгалтерией, да? Ну, например, что делает бухгалтерия? Бухгалтерия готовит отчеты.
Кому нужны эти отчеты? Эти отчеты нужны потребителям. То есть прежде всего бухгалтерия занимается тем, что она готовит отчеты для налоговой инспекции. То есть она отчитывается перед государством о финансовой деятельности организации. И вот это государство, оно и является участником внешней среды. Но для того, чтобы эти отчеты подготовить, бухгалтерии нужны определенные входные ресурсы. То есть это что? Это люди, бухгалтера, это информация входящая, например, первичные данные, это столы, стулья, помещения, не знаю, там, туалеты, компьютеры и тому подобные всякие штуки. Да? Ну вот, и плюс там программное обеспечение и так далее. Если этого нет, то и результата тоже не будет, либо у него будет очень низкое качество. Ну вот. Затем оно берет эти ресурсы, собственно, эта система, и преобразует вот в этот вот нужный нам результат. Вот. А теперь по поводу того, кто руководит этой бухгалтерией. Вот у нас как-то люди в большинстве случаев воспринимают, что человек, который руководит этой системой, находится внутри системы. Вот. И это и есть очень большое заблуждение. Видите, здесь на картинке субъект управления, то есть сам руководитель, изображен вне системы. То есть он как бы находится над системой. Это очень важный момент, потому что когда человек находится внутри системы, он не является руководителем. И тут мы подходим к очень интересным терминам. Вот. Есть термины, например, следующие. Да? Вот давайте начнем снизу. Бизнесмен, менеджер, предприниматель. Значит, у нас обычно эти понятия смешивают. То есть все это считается синонимом. На самом деле нет. Вот если мы посмотрим на предыдущий слайд, на модель системы, то очень легко объясняется значение слова менеджер. То есть менеджер – это человек, который руководит какой-то вот системой. Значит, кто такой предприниматель? А предприниматель – это человек, который сидит сразу на двух стульях. То есть он, с одной стороны, является менеджером, то есть субъектом управления, а с другой стороны, он является и участником системы. Понимаете, в чем разница между менеджером и предпринимателем? То есть менеджер, он не делает ничего в рамках системы, он ей лишь управляет, а предприниматель и управляет, и является самой системой. То есть вот в чем между ними разница. А бизнесмен – это человек, который вообще никакого отношения к этой системе не имеет, ну, то есть он здесь не нарисован. Это человек, который инвестировал деньги в эту систему и ожидает от нее финансовый результат. То есть он вообще находится вовне совсем, вот даже за пределами этого рисунка, ну, скажем так, во внешней среде. То есть вот в чем, к чем они отличаются друг от друга. Еще три термина – это управление, администрирование, менеджмент. Тоже у нас смешивают, тоже считают их синонимом. Нет, не совсем. Значит, дело вот в чем. Дело в том, что разница между управленцем и администратором, ну, скажем так, между менеджером и администратором, она состоит в том, что менеджер – это человек, которому делегировано право принимать решения. То есть, грубо говоря, у него есть определенная автономия, и он может решать, что делать, когда делать, зачем делать, как делать и как это можно усовершенствовать. А администратор – нет. Администратор не имеет права принимать решения, он лишь слепо выполняет волю какую-то внешнюю. Да? То есть, ему поставили задачу, и вот он именно так эту задачу и должен сделать. То есть, его уровень его автономии очень-очень маленький. Вот. А слово «управление», в принципе, оно объединяет оба эти термина. То есть и администраторы, и менеджеры относятся к управлению. То есть это общего характера описание. Вот. Но у нас чаще всего, значит, какие наблюдаются проблемы в России? Первая проблема – у нас очень много играющих менеджеров. То есть это люди, которые сидят на двух стульях. То есть они являются, с одной стороны, и субъектом управления, и еще выполняют какую-то функцию внутри самой системы. Ну вот. И плюс у нас очень часто менеджеры не являются менеджерами, они очень часто являются администраторами. Например, у меня был один слушатель, который руководил колл-центром. То есть, когда мы дошли до середины курса, он меня посмотрел и сказал, знаете, а я понял. Я был страшно неудовлетворен своей работой и не знал почему. Говорит, теперь я понял. Я администратор. Я говорю, почему вы так решили, почему вы решили, что вы администратор? Он говорит, вы знаете, а у нас в колл-центре очень четкие инструкции должностные. И он говорит, я не могу вообще ничего решать, то есть я должен все время действовать по инструкции. У нас расписано буквально все. Вот вам пример администрирования. То есть он, да, у него на визитке написано, что он начальник там колл-центра или еще что-то такое, да. То есть вроде бы казалось, он управленец. На самом деле он менеджером не является, он просто обычный администратор. Так, давайте заглянем, что у нас там, а то, может, нас не слышат. Нет, все нормально. А чем плохо, когда управляющее звено находится в руке? Чем плохо?
Тут даже дело не в том, что это плохо, а сейчас смотрите, вот как раз следующий слайд – ответ на ваш вопрос. Значит, была такая женщина, нет, давайте не женщина, давайте с мужчиной начнем. Короче, когда я начинал заниматься всеми этими делами, там, бизнес-технологиями и так далее, в начале 90-х годов, я все делал на коленке, как и все. Ну, бизнес-образования не было, и, в общем, у многих до сих пор этого бизнес-образования нет. Вот, и что-то получалось, что-то не получалось. Но у меня был наставник. Значит, это был такой мужик советской закалки, главный инженер одного крупного машиностроительного завода. И он однажды мне сказал такую фразу. Он говорит, знаешь, кто хороший менеджер? Я говорю, кто? Он говорит, а хороший менеджер – это тот, кто ничего не делает. Ну, я был юный, горячий, и я сказал, нет, да ты что, такого быть не может. Менеджер – это человек, который там работает до 12 круглосуточно там и так далее. Он говорит, не-не-не-не-не-не, не ошибайся. Говорит. Менеджер – это человек, который ничего не делает. И меня эта, короче, мысль точила очень много лет. То есть я никак не мог понять ее значение. Ну, почему вот именно ничего не делал? Ну вот, а потом однажды, где-то в конце 90-х, я читал книжку одной женщины. Значит, это американка, ее звали Мэри Паркет Фолли. Вот, у нее очень сложная судьба, значит, связанная с чем? С тем, что вообще, на самом деле, на Западе и в Европе, и в Соединенных Штатах женщинам живется гораздо хуже, чем в России. Значит, потому что очень долгое время они не имели равных прав с мужчинами. Значит, почему у нас так получилось? У нас, как бы, в советское время все должны были работать. И у нас был, знаете, да, там, за тунеядство могли посадить в тюрьму, там, и так далее. И поэтому и женщины, и мужчины работали. И в результате и женщины, и мужчины, они могли реализовывать какие-то там профессиональные вещи и так далее. А на Западе работающая женщина, это явление появилось только после Второй мировой войны, представляете? То есть до этого момента женщина могла работать только в юности, пока она не выйдет замуж. Ну и, короче, ну я не буду сейчас вдаваться в подробности, но суть такая, что женщинам было очень, очень трудно, и до сих пор они там борются за свои права. Мы, кстати, то, что вот мы видим, мы не очень понимаем их. То есть, может быть, потому что у них появилось движение феминистки? Вот оно, феминистки, суфражистки, актрисы. Это все. Да. Ну вот, а Мэри Фуллет, она работала, короче, она писала свои статьи и мысли еще до Второй мировой войны. И сами понимаете, ее никто всерьез не воспринимал. И вот до сих пор, я даже, у меня там много знакомых на Западе, я говорю, там, Мэри Фуллет, а не, а кто это? То есть, ну вот, короче, такая фигня. И вот я читал однажды статью Мэри Фуллет, старую еще, 30-х годов. И я нашел эту фразу, то есть оказалось, эту фразу придумала она, это крылатое выражение. Но у нас в России ее обрезали. То есть вся эта фраза по-настоящему звучит вот так. Менеджер – это тот, кто ничего не делает своими руками. Понимаете, вот я вам сказал, что ответ на ваш вопрос. Вот в чем суть. То есть, грубо говоря, у нас менеджер – это считается человек, ну, то есть, если тебя назначили руководителем, то это своего рода такое поощрение, такая звездочка на погон. То есть, ты как делал то, что ты делал раньше, ты так это и продолжаешь делать, только тебе еще сверху навалили руководящих функций, и ты работаешь. На самом деле нет. То есть, вот эта вот картинка, она и показывает. То есть, если ты стал менеджером, то ты выходишь из системы и находишься над ней. И теперь твоя задача уже не самому, не своими руками достигать вот этого результата, а делать так, чтобы результат был достигнут работой других людей. И вот в этом состоит вся суть. Вот как бы, почему вот эту фразу я обожаю на самом деле, потому что фактически Мэри, она сформулировала саму суть менеджмента. То есть менеджер – это такая работа, которая направлена на то, чтобы людей заставить выполнять, ну, достигать тех задач, которые, собственно, ты можешь самостоятельно, например, это сделать. Может быть, ты это делаешь даже лучше, чем они. Но когда ты стал управленцем, тебе нужно научиться делать это не своими руками. И вот если ты добьешься этого, ты выйдешь за пределы системы, и все будет хорошо. То есть, если тебе приходится что-то делать самому, это значит, ты плохо организовал подчинение. Именно. Вот в точку, да. Если не дай бог, тебе приходится твоими руками что-то там делать, помогать, или какую-то часть работы, то это означает, что ты плохой менеджер. Ну, грубо говоря, плохой менеджер. Вот. Хотя тут, знаете как, есть, конечно, все зависит от ситуации. Дело в том, что часто менеджерам приходится работать своими руками не потому, что они плохие, а потому что, например, у них недостаточно ресурсов. То есть, предположим, если им вот здесь, на входе, дают мало ресурсов, понимаете, да? В России это очень, очень распространенно. Да, очень. Да, именно. И у нас в России еще, знаете, в чем проблема? У нас в России не понимают, что менеджер – это отдельный вид деятельности. Вот есть пекарь, лекарь, шнец, жнец там и так далее. Да? Вот. А менеджер – это тоже такой же вид деятельности. Это отдельная наука, отдельная область. А у нас считается, что это такое, ну, типа, дополнение к твоим обязанностям. То есть, вот.
И вот в этом, кстати, очень большая проблема. То есть пока не произойдет вот, ну, в мозгах людей разделение между этими двумя вещами, не будет эффективной работы. Вот. Я могу сказать, кстати, не только в России, на Западе тоже часто такое встречается. Вот. Вот что сказала Мэри Фоллетт. Дальше, значит, еще о терминах немножко. Вообще, теоретически, вся структура компании, все управленцы в компании делятся на три типа. Это, начнем сверху, да, это так называемые топ-менеджеры. Вот. Затем второй слой – это менеджеры среднего звена, МСЗ, так называемые. И третий слой – это линейный менеджер. Кстати, прикол, раньше они везде во всей литературе назывались менеджеры низшего звена. Вот. Но это сейчас же, знаете, у нас борьба идет за этим, чтобы не обижать людей. Вот. И негров нельзя называть неграми. Вот. Стюардессу нельзя назвать стюардессы. Негры теперь афроамериканцы. Стюардессы теперь, как же они их называют-то? Бортпроводник или флайт. Стюардесса это считается оскорбительным. Да, да, да. Везде, во всему миру, да. Но по-английски это flight attendant теперь звучит, а у нас это бортпроводник. Обращайтесь к бортпроводнику. Да, значит, да-да-да. И вот точно так же и здесь. Тот же самый маразм, то есть раньше это были низшие менеджеры, а теперь это линейные менеджеры. Вот. Ну, неважно. Короче, зачем, вот смотрите, казалось бы, банальная картинка. На самом деле она очень важная, эта картинка. Тут она объясняет разницу между этими людьми. Значит, разница вот в чем. Линейные менеджеры, в их подчинении находятся люди, которые не являются управленцами. То есть это не руководящие сотрудники. Значит, в связи с этим на линейных менеджеров приходится очень большая доля руководства. То есть, другими словами, если бы в их подчинении были управленцы, то им бы было работать проще. Потому что они бы, ну, считают, что если ты управленец, то ты как бы уже обученный, да, и ты разговариваешь с более высокостоящим начальством на одном языке. Они, руководящие сотрудники, они не имеют бизнес-образования. И, соответственно, работа линейных менеджеров вот именно этим и сложна. Не то чтобы черная, она включает очень много межличностного общения. Да, вот именно такого. То есть она вся построена на межличностном общении. Это и самые тяжелые. То, знаете, вот на каждом уровне есть свои прелести, я вам скажу. Да, я не скажу, что она самая тяжелая. Мне, наоборот, кажется, что он наиболее... Руководящие решения принимать там стратегически, я понимаю, это еще нужно ответственность. Во-первых, да. Во-вторых, знаете, в чем проблема? Да, а вот организовать людей, это тоже не задача, которая не Соглашусь, да, но... Вот смотрите, если вы будете менеджмент изучать, там суть в чем? Дело в том, что люди, которые работают внизу, вот здесь руководят отделами, у них обычно гораздо больше времени на принятие решений. У них задачи более простые и структурированные, вот, и они мелкие. То есть степень ответственности, то есть, грубо говоря, если человек допускает ошибку, принимает неправильное решение, то компания несет очень маленькие убытки. То есть, соответственно, понимаете, да, то есть груз вот этот, вот, ответственности, он небольшой. И чем выше ты поднимаешься, тем хуже становятся все эти показатели. То есть, во-первых, у тебя становится очень мало времени на принятие решения, у тебя стоимость решения возрастает экспоненциально, то есть это безумных денег стоит. И плюс, что интересно, у тебя очень не структурировано и очень мало информации, то есть тебе не хватает данных для принятия решения. То есть ты начинаешь принимать решения на уровне уже интуиции. Вот как бы чем отличается работа сверху от работы снизу. Вот. Но при этом, разумеется, сверху больше автономии, сами понимаете. То есть, ну, короче говоря, тут нельзя сказать, что какой-то уровень лучше, какой-то хуже. То есть тут везде свои как бы плюсы и минусы. Но вот. Вы сказали такую высокую теорию, как оно должно быть. Не-не-не, это я вам рассказываю, как оно есть на самом деле. Как оно есть. Именно, как оно есть. Я могу вот, там, одну минуту, если у вас есть минуту. Давайте. Вот я вам могу сказать. Значит, что касается вот это вот деление на мелкие задачи, да, и, соответственно, как вы говорите, ну, раз оно побито мелко, да, то если что-то было неправильное решение, то и ущерб как бы мелкий, да. Вот. Значит, вот на уровне отдела, например, происходит сопровождение какой-нибудь компьютерной системы, например, да, ну, условно говоря, ну, не знаю, возьмем крупную какую-нибудь сейчас, то, что вот актуально распространено, там платежная система, вот она именно сопровождается, администрируется на уровне отдела. Так. Вот, значит, сидит сисадмин, да? Представляете, да? То есть вот что такое платежная система? То есть от него зависит, понимаете, жизнь, там, может быть, там,
почти практически все организации подчас. Почему? Да? Нет, ну как почему? Смотря чем занимается организация. Вот есть организации, которые много же есть платежных систем. Да? Знаете, да, American Express, например, да? И же с ними, в России сейчас очень много, да? Да. Вот понимаете, да, степень ответственности. Да, вот сидит все со мной, он сидит в состоянии дела. Я вас понял, да. Но смотрите, на самом деле это все равно степень ответственности очень низкая. Дело У него есть начальник. Да, нет, вот давайте развивать вашу тему, да? Вот давайте представим, что эта платежная система упала, и она не работает один день. По вине сисадмина давайте, и, соответственно, да. его руководителя. Давайте представим, что она не работает один день. Да. Или два дня, или три дня. Да. Вот если мы посчитаем ущерб от этого, финансовый ущерб, то, конечно, вы скажете, о, это очень большие деньги. Но это гораздо меньший ущерб, чем любое стратегическое решение, которое будет принято вот здесь. Если это стратегическое решение будет неправильно, ну, то есть, предположим, они принимают решение о том, на какой рынок выходить. То есть деньги, которые будут потеряны от этого решения, они превысят просто в сотни раз вот это вот три дня неработы. Понимаете? Если руководство примет решение раздавать кредиты кому-нибудь. Ну, например, да. То есть, вот стратегическое решение. Именно, да, именно. Да, раздадим долги. И вот мы видели полно жертв. Да. Поэтому я говорю, что тем не менее, как бы там ни было, все равно, когда мы растем вверх по вот этому вот, по этой пирамидке, то стоимость решения среднего, она очень сильно растет. А вот интересно, например, по части вот, руководителя дела и там вышестоящего, как между ними распределяется ответственность. Вот на уровне менеджеров среднего звена может такое быть, что уровень среднего звена менеджер скажет, вот то, что там сделал сисадмин, это как бы вот его проблема. То есть я к этому ущербу отношения. Вот это правильно или нет? То есть кто отвечает за плохую работу, например, вот сисадмина? А почему вы вообще задаете вопрос насчет отвечает? Вот, почему нужно, чтобы кто-то отвечал? Ну, а как же? Не только же есть функции управления, но и ответственность нести за... Вот, хорошо. Приходите на курс, я вам расскажу. Дело в том, что вы просто на эту штуку смотрите, как будто бы, когда происходит какая-то проблема, то нужно найти того, кто виноват. Нет, ну это же один из аспектов. Нет, на самом деле, если вы задумаетесь, то это абсолютно неправильный посыл. Дело в том, что кто виноват, это не имеет никакого значения вообще, в принципе. Имеет значение только два вопроса. Первый вопрос, почему это произошло? И второй вопрос, как нам этого избежать в будущем? А кто конкретно? Вот, эти вопросы не связаны. Абсолютно. Смотрите. У меня был такой случай в практике. Сидим, совет директоров, генеральный директор возглавляет совещание, 7 человек директоров и генеральный директор, 8 человек. Вот. Ну, значит, какое-то там, не знаю, совещание, неважно. Открывается дверь, внезапно забегает, значит, начальник отдела продаж. Ой, коллеги, прошу прощения, вы знаете, у нас там вот такая проблема, значит, что-то случилось, там большой клиент, ключевой, вот там такая фигня, значит, объясняет ситуацию. Что делать? Дальше, смотрите, вот рассказываю. Генеральный директор поворачивается к совету директоров и говорит, кто в этом виноват? Занавес. Суть в чем? Тут не надо искать, кто виноват. Нужно искать, как эту проблему решить. Понимаете? То есть самое главное, с точки зрения жизни организации процветания, это не конкретный персонаж, который виноват в этом, а это почему это произошло и как этого избежать, все. И как это решить прямо сейчас, потому что заказчик там сидит синий. Понимаете, в чем дело? Короче говоря, это отдельный аспект, который надо вот, как приходить. Это не то, чтобы отдельно, это просто вы смотрите на проблемы совершенно под другим углом, под неконструктивным углом. Вы размышляете как судья, то есть вы как бы ищете виновного, если вы его накажете, то вы считаете, что проблема решена. На самом деле нет. Ну вот смотрите, вы найдете виновного, а дальше что? Что, проблема решится? Нет, я не с точки зрения виновного, а вот меня интересует, каким образом вот эти вот все менеджеры принимают участие именно вот в управлении. Они же ведь завязаны друг на друга, правильно? Они же не существуют отдельно. Вот, знаете, топ там отдельно, среднего отдельно. Вы имеете в виду, как построена система принятия решений? Между ними же существует. Хорошо. У нас сейчас, я, к сожалению, не смогу вам рассказать. Ну, давайте так, раз уж вы задали вопрос, я дам на него ответ, только по-быстрому, если, конечно. Вот. Значит, дело в том, что люди на этих уровнях, они решают разные задачи. Значит, чем задачи отличаются?
люди, которые сидят вот здесь, на уровне топ-менеджмента, они ищут ответ на вопрос, как нам развивать бизнес. То есть это стратегический вопрос. Люди, которые работают вот здесь, на втором уровне, они ищут ответ на вопрос, как, на, что нам сделать, чтобы поддержать выдержанную, выбранную стратегию компании. Вот. А люди, которые вот здесь на уровне отделов работают, они отвечают на вопрос, как нам внести вклад вот в те решения, которые приняты на среднем уровне. Понятно? То есть, грубо говоря, вот такая цепочка. То есть здесь, что нам делать, куда идти, да? Вот здесь, что делать, чтобы поддержать, а здесь, что конкретно мы можем сделать, чтобы реализовать. Вот чем они отличаются. Ну, вот. Но при этом... еще давайте договорим, да, важный момент. Менеджеры среднего звена отличаются тем, что в их подчинении находятся только эти самые управленцы. То есть вообще на самом деле у нас говорят так, там бывает, человек приходит на собеседование и говорит, я работал, значит, там руководителем департамента, в моем подчинении было 80 человек. Но это означает, что у человека нет бизнес-образования, потому что в подчинении не может быть 80 человек. То есть есть такое понятие в менеджменте, называется объем управления. Объем управления – это просто сколько людей в твоем непосредственном подчинении. То есть, совершенно верно, да. То есть вот у него, когда ему задаешь вопрос, а в непосредственном подчинении? 3 человека, ну понятно. То есть вот примерно такая история. Значит, ну а собственно топ-менеджер, и тут смотрите как, тут подразумевается с точки зрения теории организации, подразумевается, что все эти люди, они имеют бизнес-образование, то есть они обучены. Значит, к чему это приводит? К тому, что вот этих людей среднего звена и топ-менеджеров их все меньше и меньше. Это означает, что их эффективность должна возрастать. А их эффективность будет возрастать только в том случае, если у них в подчинении находятся люди, которые говорят с ним на одном языке. То есть имеют такое же бизнес-образование, как они. Ну или, скажем, вообще, в принципе, изучали там все эти вещи. Вот, вот какой, собственно, подход. Да? Теперь давайте дальше. Еще очень важные термины, с которыми мы постоянно сталкиваемся. У нас вообще проблема, опять же, в русском языке состоит в том, что русский язык велик и могуч, но мы к нему относимся как попало. У нас очень часто, например, путают такие термины, как эффективность, результативность и производительность еще. На самом деле между ними пропасть, между этими терминами, они обозначают разные вещи. Значит, эффективность, вот если вы посмотрите на эту картинку, она просто объясняет значение этих терминов. Эффективность – это соотношение выходов к входам. Вот если мы вспомним вот эту нашу вот систему, вот она система, да? Вот у нас входы, вот у нас выход. Вот. Так вот, эффективность – это означает делать больше выходов при тех же входах, либо наоборот, делать те же выходы при меньших входах. То есть, грубо говоря, это выходы, деленные на входы. Например, у нас есть два программиста. Один программист может там какую-то задачу А решить за час, а второй программист эту задачу может решить за 5 часов. Это означает, что у программиста первого эффективность в 2 раза выше, чем у программиста второго. Ой, в 5 раз выше, чем у программиста второго. Понятно, да? Вот, это эффективность. И причем эффективность – это самое-самое главное слово в менеджменте. Вот, вот почему. Если вы работаете управленцем, неважно, чем вы управляете, и даже если вам никто не сказал, что вам нужно делать, вы должны точно всегда знать, что ваша задача – это повышение эффективности ежедневно. Это поиск постоянных способов сделать больше при тех же ресурсах, либо сделать то же самое при меньших ресурсах. То есть повышать эффективность постоянно. Вот, значит, еще один очень важный термин – это результативность. Причем он очень сильно отличается от эффективности. Результативность – это отношение целей, полученных целей, да, к выходам. То есть, например, вот у нас есть тот самый программист, который решает задачу за 1 час. Да? Но мы ему поставили, мы подумали, ох, он очень эффективный, давайте-ка ему поставим задачу, чтобы он к концу месяца какую-то там программу разработал. Да? Вот, подходит конец месяца, мы у него спрашиваем, ну как, что, сделал? Он говорит, ой, нет. Мы говорим, а почему? Ой, я же тут болел, а вот тут я в отпуск ездил, а вот тут я там отгул брал. Понимаете, да? То есть у этого человека, он может быть невероятно эффективный, он классный программист. Но при этом у него очень низкая результативность, он не достигает цели. Вот. Это очень важная вещь, и их нельзя путать. Значит, почему нельзя путать? Потому что, когда вы общаетесь в бизнесе, в офисе, ваш начальник говорит вам, повысите, пожалуйста, эффективность 2 раза. Вы повысили эффективность, он говорит,
где эффективность-то? Вы говорите, ну как, Иван Иванович, мы же подняли эффективность. Он говорит, не-не-не, я не это имел в виду. Я имел в виду вот это. Когда он вам объясняет, вы начинаете понимать, что он имел в виду результативность. Поняли, почему язык имеет большое значение? То есть нужно говорить на одном языке, это приводит к тому, что общая эффективность в организации возрастает. Если люди друг друга неправильно поняли, то и задача будет неправильно сделать. Значит, подводя итог, эффективность – это достижение тех же целей, не целей, а выходов. Да. Выход. Меньшими ресурсами. Ну, либо при тех же ресурсах достижение более высоких выходов. Да. А результативность? Это достижение цели. Это насколько выходы твои соответствуют поставленным целям. И еще третий параметр – это экономичность. То есть третий термин. Экономичность, она всегда считается в деньгах. То есть если эффективность, там, результативность может считаться в штуках, во времени, еще в чем-то, то экономичность всегда в деньгах. То есть мы берем все наши входы, которые были затрачены на получение этих целей, переводим в деньги. Вот, и стоимость цели тоже переводим в деньги. И просто делим. То есть стоимость цели на, собственно, входы. Таким образом мы получаем показатель, который называется рентабельность. Здрасте. А вы, наверное, на бесплатный семинар? Да. Ну, заходите, конечно. Нашла. Неудивительно, да. Вот. Вот что такое экономичность. Качество работы относится к эффективности. Не-не-не-не-не. Вот, коллега, к сожалению, не вижу вашего имени. Качество работы относится не к эффективности. Как раз-таки наоборот очень часто. Эффективность может, повышение эффективности может приводить к снижению качества. Качество – это параметр, которого на этой картинке нет. Вот. И вообще он требует отдельного определения. На самом деле довольно сложная штука. Вот. Есть много инструментов, которые определяют качество. Ну, например, смотрите, то есть вот вы когда-нибудь ели настоящую вареную колбасу? Не знаю, ели или нет. Ну, короче, настоящая вареная колбаса – это такая колбаса, которую ты порезал, и через полчаса она стала серого цвета. Значит, почему? Потому что она сделана из настоящего мяса. А мясо заветривается, оно очень быстро заветривается на воздухе и так далее. А теперь пойдите в магазин, купите там самую дорогую вареную колбасу, которую найдете, принесите ее домой и порежьте. И заметьте время, через которое она посереет. Я думаю, что это произойдет на следующий день, скорее всего. Вот, значит, почему это так? Потому что там, в этой колбасе в магазине, очень мало мяса. Я вам больше скажу. В этой колбасе его нет совсем. В колбасе, которая продается в магазине, там не мясо, там курица. В подавляющем большинстве случаев. И куча антибиотиков. Вот, так вот, это произошло именно потому, что производители колбасных изделий постоянно борются за эффективность. Поэтому не путайте эффективность и качество, это разные вещи. Из-за результативности. Не, результативность это, ну как? Из-за экономичности. Экономичность, да, да. Вот вы правы, да. Они борются за экономичность и за повышение эффективности, да. Вот. Так что... Почему не результативность? Цель-то не... Нет, ну результативность это план, это сколько мы колбасы произведем, да. А тут имеется в виду именно выход таковой. То есть сколько мы тратим ресурсов на 1 килограмм колбасы. То есть, короче говоря, качество вот оно такого уровня, что даже на этой картинке... Его нет, его на этой картинке нет, да. Вот это, но она, это, собственно, эта картинка объясняет просто значение трех терминов. То есть она нужна, чтобы вам показать, чем они отличаются. Ну, то есть поэтому его качества здесь и нет. Его и нет. Не-не, оно на самом деле есть. Есть. Где-то, да? Да, есть. Окей, давайте дальше. Ну, собственно, все, да, давайте посмотрим, повторим, что я вам рассказал. Немецкий автомобиль менее чем... Ну, не-не-не-не-не, наоборот, вы зря. Немецкий как раз более эффективен. Ну, хорошо, вот смотрите, давайте такой пример. Я... 2 недели назад я был в Ирландии. Ну, быть в Ирландии и не побывать на заводе Гиннес, вы понимаете, это, ну, как однозначно. Если ты в Дублин приехал, значит, Гиннес. Все, да? Вот. И, короче, когда экскурсия заканчивалась, а там завод, там гигантские площади, очень много площадок, ну, очень большое предприятие, большое. Вот. Значит, и когда это все заканчивалось, экскурсовод, значит, произнес такую фразу. Он сказал, ну, вот сейчас на заводе, ну,
на Гиннесе работает 800 человек. Я чуть с автобуса не выпал. Понимаете, да? 800 человек. Это малый, ну, это средний бизнес. То есть я, естественно, задал вопрос. Я говорю, скажите, а как так вообще? Как это? Да? Она говорит, а вы знаете, а у Гиннеса, ну, примерно 80% всех процессов автоматизирован. Теперь понимаете, что такое эффективность? Вот, и поэтому немецкий автомобиль гораздо более эффективен, чем российский. Да, и уж менеджер он точно не занимается ручными. Это да, да. Да, ну окей, значит, про организацию я вам рассказал, значит, формальные, неформальные тоже, да, определение системы управления и контроля тоже. Мэри Паркет Фоллетт, напоминаю, очень важная вещь. Да, уровни управления. Теперь давайте поговорим про инструменты. Вот смотрите, казалось бы, это теоретическая пурга, как это все применить на практике. Не, на самом деле, смотрите, я когда курсы веду, я ничего теоретического не рассказываю, я сам ненавижу теорию, я обожаю только практические вещи, которые работают реально. Вот. Но, значит, для того, чтобы вы поняли, как это все работает, я и затеял этот семинар, вот, я сейчас вам расскажу, как все это можно применить на практике. Расскажу это следующим образом. Вот, знаете, что это такое, да? Это котлеты. Да, котлеты. И их готовит повар. Вы умеете готовить котлеты? Да? Ну вот, я тоже. Отлично. Вот. Я надеюсь, что все, кто на вебинаре, тоже что-нибудь умеют готовить. Ну, не обязательно котлеты, но что-нибудь. Так вот, прикол состоит в том, что работа менеджера очень сильно похожа на работу повара. То есть практически это одно и то же. Вот для того, чтобы с этим разобраться, давайте представим, что вы находитесь на кухне. И вам поставили задачу приготовить вот такие котлеты. То есть вы повар, которому поставили задачу приготовить котлеты. У меня к вам вопрос. Что вам нужно для того, чтобы приготовить котлеты? Прям вот называйте список. Мясо. Ресурсы. Мясо. Ресурсы. Не, прям вот список, список. Вот потом как это называется, вот этот фарш делать? Мясо. Мясорубка? Да, мясорубка. Мясорубка, хорошо. Дальше что еще? Специи. Специи, так. Хлеб, да, хлеб, молоко, яйца. Так, отлично. Лук нужен? Нужен, так. Масло. Нож пригодится? Масло, отлично. Сковородка, да. Плита, да. Ага, супер. Отлично, смотрите. Вот это нужно? Да. Ага, а вот это? Да. Тоже нужно, да? Вот, смотрите, казалось бы, вот этот список, ну, просто список, да? На самом деле, если посмотреть на него критически, то, ну, аналитически, вернее, то можно все эти вещи разделить на два типа. Первый тип называется материалы, а второй тип называется инструменты. То есть обратите внимание, повару для того, чтобы приготовить котлету, требуются материалы плюс инструменты. Вот. А теперь у меня к вам вопрос. Давайте представим, что вам дали самые лучшие в мире материалы. Самые лучшие в мире мясо, хлеб, лук, я не знаю, все, что хотите. Оно вообще высочайшего качества. Но вам не дали ни одного инструмента. Вы сможете приготовить котлету? Нет. Нет? Хотя нет. Можете как? Слепите. Совершенно верно. Вы сможете приготовить котлеты. Знаете почему? Потому что у вас еще есть ногти, зубы. Вот. Ну, правда, вот давайте теперь вернемся к вопросу о качестве. Но только качество этой котлеты будет невероятно низким. И есть ее никто не будет. Логично? Так вот, вы когда работаете на работе у себя, если вы не получили бизнес-образование, то вы находитесь вот в ровно в такой же ситуации, как этот повар. То есть вам дают материалы, но у вас нет инструментов, чтобы работать с этими материалами. А теперь давайте разберемся. И вы делаете котлету, но ее есть невозможно. Вот. А теперь давайте разберемся. Вот если у повара понятные инструменты, это нож, разделочная доска, мясорубка, сковородка. Значит, какие инструменты у менеджера? Ну, давайте сначала про повара. Значит, если мы... А, нет. Давайте про менеджера. Значит, вот для того, чтобы сравнить просто, да, теоретически, смотрите. Вот у нас есть с вами вот эта вот картинка, модель системы. Вот она, да. Я вам говорил, что есть входные ресурсы. Это вот те самые мясо, лук, яйца, ножи, сковородки и так далее. И результаты. Это вот котлета вот здесь. Да? Вот. А если мы говорим про управленца, то у него немножко не так это выглядит. У него это выглядит вот так.
Это так называемая штука, которая называется классификация входов. То есть для того, чтобы выполнить какую-то работу, управленцу требуются следующие вещи. Это то, что требуется преобразовать. Это могут быть материалы. Ну, например, полиэтилен высокого давления, если мы с вами выпускаем пластиковый пакет. Да? Это информация. Если мы, например, бухгалтерия, то нам требуется информация. Мы именно ее будем преобразовывать. И потребители. Вот, например, вы сюда пришли на этот семинар, а здесь знаете, что происходит? Здесь происходит процесс преобразования вас. Вы преобразуетесь. То есть я преобразую вас. Вот. Значит, и для того, чтобы преобразование произошло, нам нужны преобразующие ресурсы. То есть так эквивалентные вот этим инструментам. Да? Штат, то есть это люди, и плюс какие-то машины, я не знаю, станки, компьютеры и тому подобные штуки, средства. Вот. Но это пока достаточно как бы далеко еще. Да? А теперь давайте посмотрим на работу повара. Когда повару ставят задачу сделать котлету, он выполняет вот этот процесс, который показан на этой картинке. Есть такие два слова. Есть, вы наверняка используете их в своей практике ежедневной. Синтез и анализ. Что означает анализ? Кто-нибудь знает? Вот смотрите, как вы слово используете, а что это значит, вы не знаете. Анализ – это древнегреческое слово, означает оно простую вещь. Если вы переводите вот просто прямо на русский язык, с древнегреческого, то оно будет звучать так. Разрезать, раскрупнять, разбирать, разделять. Это анализ. А синтез – это тоже древнегреческое слово, и это антоним анализа. То есть синтез означает брать что-то мелкое и делать из него что-то крупное. Соединять. Понятно, да? Так вот, что делает повар? Повар сначала берет вот эти самые материалы и начинает их анализировать. То есть он берет мясо и анализирует его с помощью ножа. Он берет лук, анализирует с помощью ножа. Крупные куски мяса, там, например, он кладет в мясорубку и продолжает анализировать это мясо с помощью мясорубки. Ну, то есть, ну, в любом случае, сначала он делает анализ. Он все эти материалы анализирует. Что происходит дальше? Дальше начинается процесс синтеза. То есть он берет полученные мелкие кусочки, соединяет и кладет их на сковородку. И в результате процесса синтеза возникает котлета, которую мы с вами понятно, да? Так вот, с этой точки зрения, вот помните, я вам сказал, сможете ли вы сделать котлету, если у вас не будет инструментов? Да, сможете. Но вы будете пользоваться своими там руками, зубами и так далее. А если вы хороший повар, вам нужно обязательно знать инструменты. Потому что иначе ваши котлеты никто не будет есть. Вам нужно знать, как работает нож, вам нужно знать, как работает мясорубка и так далее. Если мы вернемся к повару, вот сюда вот, то обратите внимание вот на этот список инструментов. Их можно разделить сразу на два класса. Есть инструменты аналитические, а есть инструменты синтетические. То есть, например, нож – аналитический инструмент, мясорубка – аналитический, сковородка – синтетический, плита – синтетический. Понимаете, да? Вот. То есть это очень важный момент. И, кстати, вот именно таким образом, как здесь нарисовано, построено вообще все в этом нашем мире. Работа менеджера ничем не отличается с точки зрения вот этой картинки от работы повара. То есть к вам приходит начальник и говорит, проведите, пожалуйста, выставку. То есть он вам ставит задачу. И многие менеджеры бегают и говорят, блин, с чего начать, как сделать выставку? Генри Форд однажды произнес такую фразу. Он сказал, любая задача будет очень простой, если ее разделить на подзадачи. То есть это означает, что когда перед вами ставят какую-то задачу, любую, сразу вспоминайте эту картинку. То есть нужно сначала сделать анализ, нужно ее разделить на подзадачки. И вы так и делаете. Вы эту выставку делите на подзадачки. А может быть, если какая-то крупная получилась, то вы ее, в свою очередь, еще делите на подзадачки. А потом вот эти задачи уже ставите по своим подчиненным. То есть вы назначаете ответственного за каждую из них, и начинается процесс синтеза. То есть начинается работа и процесс синтеза. Понятно? Окей. А теперь давайте разберемся. Вот мы же с вами как бы, у нас семинар называется «Инструменты эффективного руководителя». Эффективно. Вот. Значит, если мы знаем, что у повара инструменты – это ножи, сковородки и так далее, то какие инструменты у менеджера? Ну, прежде чем мы про это поговорим, я хочу показать вам особенности инструментов. Дело в том, что у повара инструменты очень сильно отличаются друг от друга. Вот здесь на этом слайде показаны два инструмента. Это французский нож для резки хлеба, и второй – это сковорода. Значит, я хочу сразу вам сказать, что инструменты, во-первых, идеальных инструментов не бывает.
все инструменты имеют свои плюсы и минусы. Вот. Очень важный момент, они имеют предназначение. То есть, грубо говоря, они были для чего-то придуманы. Например, французский нож для резки хлеба, знаете, как был придуман? Французы обожают свежевыпеченный хлеб. То есть это имеется в виду тот, который прям только что из печки достали. Свежевыпеченный хлеб отличается интересной особенностью. Даже если взять очень острый нож, ты не сможешь его разрезать. Потому что свежевыпеченный хлеб настолько мягкий, что нож не сможет разрезать верхнюю корочку, и он его просто сомнет. Даже если он очень острый. Французы подумали, как решить проблему. Они придумали нож в виде пилы. То есть пила, она пилит верхнюю корочку, и дальше, собственно, очень хорошо все режется. Вот, значит, теперь смотрите, казалось бы, вот у нас нож для резки хлеба. Он предназначен для резки свежего хлеба. Ну, и понятно, что метод – это анализ. Однако, этот инструмент может применяться не только для резки свежего хлеба. То есть, предположим, казалось бы, мясо лучше резать с помощью острого ножа. А если мясо заморозить, сможет ли острый нож разрезать замороженное мясо? Нет. А знаете, к какой мысли здесь мы приходим? В менеджменте есть такое понятие ситуационная теория руководства. Ну, ситуационный вообще менеджмент. То есть, грубо говоря, если один инструмент в одной ситуации очень эффективен, то этот же инструмент в этой же ситуации, но в других условиях, может быть вообще неэффективен. Понятно? Вот. То есть это означает, что у любого из инструментов есть альтернативное применение. Вот. И еще у любого из инструментов есть отрицательная сторона. Французский нож всем хорош, но он очень сильно крошит. Если вы были во Франции, то во французских ресторанах даже ставят такие столики для резки хлеба. У них, что интересно, они, сволочи, хлеб режут прямо в зале. Знаете зачем? Запах свежевыпеченного хлеба очень сильно стимулирует аппетит. Вот. Но поскольку он очень сильно крошит, то столик выглядит очень интересно. Это столик, у которого вот такие вот большие бортики. То есть, когда хлеб режут, много крошек летит в разные стороны, чтобы он не летел на посетителей, вот такие вот здоровые бортики стоят. То есть, видите, у него минус есть. Теперь давайте возьмем сковородку. Смотрите, сковородка, у нее метод другой. Она предназначена для синтеза. Вот. И, значит, но при этом может альтернативно применяться как тарелка для подачи. Вы знаете, что многие блюда подаются прямо в сковородке. Вот. И слабая сторона, она имеет слабую сторону, можно обжечься. Значит, зачем я вам это все показываю? Дело в том, что инструменты управления, инструменты менеджмента, они точно такие же имеют показатели. То есть, во-первых, они для чего-то были придуманы изначально. Во-вторых, они однозначно относятся либо к анализу, либо к синтезу, но бывают, правда, универсальные инструменты. Вот, скажем, например, если мы продолжаем метафору кухни, то мясорубка, предположим, это инструмент аналитический, правильно? Да. Но ведь с помощью мясорубки можно делать, например, сладкую колбаску. То есть тогда мясорубка будет использоваться как инструмент синтетический. Вот. Понимаете, да? Вот. И еще любой инструмент управления может использоваться альтернативно. То есть это значит, что если он для чего-то был придуман, то вы можете использовать его не обязательно по назначению. То есть можно попробовать применить его в другом месте. А теперь давайте поговорим о том, какие инструменты нужны менеджеру. Значит, вот согласно классификации входов, вы можете мне сказать, что нам требуются вот такие инструменты. Люди, там, земля, здания, машины, оборудование и так далее. На самом деле нет. Если мы вернемся вот к этой картинке, помните, я говорил, менеджер – субъект управления. То есть менеджер делает все для того, чтобы работу выполняли другие люди, а не он сам, чтобы они выполняли работу эффективно. А теперь у меня к вам вопрос. А как он это делает? Вот физически как происходит процесс? То есть, он с людьми что? Общается. Общается, именно. Так вот это и есть главная задача менеджера, это общение. То есть фактически мы говорим об эффективном общении, правильно? Да. Вот. И еще он получает информацию, анализирует ее, синтезирует. То есть менеджер, он всегда работает с информацией. То есть тот ресурс, материал, который он обрабатывает, это именно информация. Значит, отсюда мораль. Ему необходимы инструменты для преобразования данных и информации. Для проверки, вот посмотрите, это список, составленный Анри Файолем, это то, чем занимается менеджер в своей работе. Ну, это просто примеры, их может быть много. Видите, планирование. Что такое планирование? Это берем одну информацию, превращаем ее в другую форму. Дальше, разработка стратегии. Опять берем данные, превращаем в какую-то информацию. Организация. То же самое, рисуем организационную диаграмму, то есть берем информацию, представляем ее в... То есть мы все время работаем с информацией. Вот любое действие возьми, мы все время
работаем с информацией. Так вот, а что же за инструменты такие, которые применяются для работы с информацией? Вот вам пример. Я сразу покажу все на примерах. Первый инструмент называется модель SMART. Знаете такую, да? Очень известная штука. Значит, в чем ее суть? Ну, SMART, вы знаете, что это слово переводится как «умный» с английского языка, хотя в данном случае это аббревиатура вот этих вот слов. Specific, Measurable, Agreed, Realistic, Time-Bound. Значит, модель SMART применяется для того, вообще изначально она была придумана для того, чтобы правильно формулировать задачи подчиненным. Знаете, есть такое выражение: хорошо сформулированная задача уже наполовину решена. Слышали такое? Ну вот, это, кстати, очень мудрое правило. Ну, например, к вам приходит начальник и говорит: копай отсюда и до обеда. Че копать? Где копать? Как копать? То есть вот эта задача, она не смартована. Ну, вот, собственно, придумали модель SMART, с помощью которой можно просто формулировку задачи составлять. То есть, соответственно, задача должна быть конкретной. То есть, грубо говоря, человек должен понять, о чем идет речь. Затем в задаче обязательно должны быть измеримые параметры, потому что иначе нельзя измерить, насколько она выполнена и насколько правильно она сделана. Потом задача должна быть согласована. Обычно задачи, которые мы внутри организации ставим, они связаны с работой каких-то других подразделений, отделов и так далее. Она должна быть обязательно согласована с ними. Вот. Затем задача должна быть реалистичной. То есть иначе, если она нереалистична, ее никто делать не хочет. Потому что мотивация падает, и люди считают, что это просто... Ну зачем это делать, если это нельзя реализовать, да? Ну вот. И еще в задаче обязательно должна быть временная характеристика. А теперь пример, смотрите. Мы используем модель SMART для синтеза в нашей работе. Вот предположим, что мы хотим поставить вот такую задачу. Нужно купить мониторов срочно. Мы приходим в отдел закупок и кричим им: купите мониторов срочно. Но это не смартованная задача, потому что непонятно, каких мониторов купить там и так далее. Как ее смартовать? Вот пример. Смотрите. Берете вот такую табличку. Пункт номер один. Специфик, да, то есть конкретно. Необходимо пополнить складской запас мониторов, чтобы избежать дефицита и потерянных клиентов. Понятно, о чем идет речь, да? Дальше. Измеримые. Требуются модели мониторов, запас которых на складе, на нашем складе, менее чем на 3 недели. То есть именно их надо купить. Дальше. Agreed. Бюджет закупки необходимо согласовать с финансистами, а то, может, у них денег нет таких. Да? Дальше. Реалистик. Перед выполнением задачи нужно уточнить наличие мониторов у поставщиков, потому что, может быть, там эти мониторы нужны, но у поставщиков их нет. Вот. И если их недостаточно, то уточнить, собственно, срок, дедлайн. И последнее. Закупку необходимо сделать в течение 5 рабочих дней. Вот задача, сформулированная таким образом, будет выполняться гораздо лучше, чем задача, сформулированная вот так. Понимаете, да? Вот. Вот что значит применение смарта для синтеза. Вот. Но при этом, смотрите, смарт на самом деле это универсальный инструмент. Его можно применять не только если вы начальник и формулируете задачу, но также его можно применять для того, чтобы анализировать задачи, которые ставит вам начальник. Предположим, вы сидите у себя в кабинете, к вам приходит ваш начальник и говорит вот такое. Ну-ка, упали и отжались. То есть это совершенно не смартованная задача. То есть для того, чтобы... Нет, вот смотрите, вот никогда не совершайте такой ошибки. Если вы будете так говорить, то он будет... Я понимаю, да. Ну, если вы... А, кстати, вот вы шутите, а вы знаете, что очень многие проходят курсы и потом приходят на работу и начинают там, а вот с точки зрения там модели Файоля. Не надо, потому что вы таким образом только ухудшаете ситуацию. То есть с начальником, если у него нет бизнес-образования, его не надо тыкать в это. Вот, то есть вы должны своими словами ему объяснить. То есть, например, если он к вам пришел и вот такой вопрос, вернее, такую задачу поставил, то вы начните его тихонечко из-подваль. Иван Иванович, а зачем это необходимо? Почему эта задача важна? Видите, вот внизу, да, с какими другими задачами, целями она связана? Потом дальше, смотрите, измеримые. Сколько раз нужно отжаться? Каким стилем? Какое количество сотрудников должно? Ну, как, знаете, это ошибки с покинул Шелленберг на совещании, да? А потом Шелленберг выжидал месяц, да, и, да, и как свою идею. Да. Короче говоря, руководитель надо уметь тоже манипулировать. Совершенно и верно, обязательно. Но не то, чтобы манипулировать. Манипулировать – грубое слово. Скорее нужно интегрироваться с ним. То есть, если ты хочешь работать дальше, то уж, конечно, как вы говорите, тыкать после вашего курса. Зачастую руководить или нет, времени, потому
так, они говорят, вот это надо, это умная, иди и делай. Не-не, да-да-да, вы тоже правильно говорите, но я же вам поэтому и говорю, исподволь, то есть не надо конкретно. Если вы ему возьмете и устроите допрос с пристрастием, он вас, разумеется, пошлет, да. То есть это нужно сделать там мягко, может быть, не прям сразу, может быть, ну и так далее. Вот, то есть, ну, в любом случае, я зачем вам это показываю, чтобы вы поняли, что смарт может применяться как синтетический инструмент и как аналитический инструмент. Вот, значит, теперь давайте посмотрим более сложный инструмент, пример применения. Есть такой инструмент, называется 5 аспектов деятельности организации. Ураган полный, значит, вот почему. Он кажется банальным, но это очень важный инструмент, особенно если вы, например, собственный бизнес планируете создать, вот, или если вам поставили задачу. Ну, предположим, часто бывает так, что берут какого-то управленца и говорят, давай вот мы тут новое направление запускаем в нашем бизнесе, ты возглавишь его. И вот вам нужно создать организацию. Как создавать организацию? Вот есть специальный инструмент, называется 5 аспектов деятельности. О чем он говорит? Он говорит, что в любой организации, будь то маленькая или большая, обязательно должны вот эти 5 функций быть. Функция первая – это финансы. В больших организациях к финансам относятся бухгалтерия, отдел финансов, планово-экономический отдел, ну и так далее. Да? Дальше маркетинг. Маркетинг – это все взаимоотношения с внешним миром. Это продажи, закупки, реклама, разработка новых продуктов, ну и тому подобные всякие штуки. Дальше операции. Операции – это синоним слова производство. Во всех бизнес-технологиях операции, ну даже есть такой термин – операционный менеджмент. Это, по сути дела, производство. То есть это фабрика, завод, там, ну и так далее, тому подобные вещи. Вот. Четвертый компонент – это управление человеческими ресурсами, то есть это персонал, вот, и менеджмент, соответственно. И пятый компонент – это управление информацией, потому что мы с вами выяснили, что организация без информации просто немыслима. Мы все время, каждый день обмениваемся информацией, соответственно, нам нужны информационные системы. Вот. Так вот, если вы создаете свой бизнес, то вы должны четко принять решение, кто и чем будет заниматься. Это не означает, что у вас на каждый аспект должны быть отдельные люди. То есть вы можете создать маленькую фирму из 2 человек, но вы должны четко сказать, кто чем займется. То есть, например, вы скажете, давай я займусь финансами там, и операциями, а ты займешься маркетингом, HR и информацией. Ну, вот. То есть, дело в том, что это как, знаете, как мозг, сердце, печень, почки и так далее. То есть, это обязательно необходимые компоненты в любой организации. Вот. Теперь смотрите, как это можно применять. Значит, ее можно использовать как аналитическую модель. Вот, для анализа, вот, например, смотрите, вы хотите выяснить, чем ваша компания лучше или хуже конкурента, в чем она проигрывает, что у вашей компании плохо или хорошо. Вы можете сделать вот такой вот анализ. То есть берете модель, она изображается вот здесь, видите, вот она модель, да? А здесь дальше 2 колоночки, сильные и слабые стороны, но обязательно по сравнению с конкурентом. И таким образом вы выясните, что ваша компания страдает и что требует улучшения. Вот пример применения 5 аспектов деятельности организации как аналитическая модель. А вот пример синтетической модели. Вот, например, вы планируете новый какой-то большой бизнес или подразделение своей собственной компании или маленький бизнес. Можете нарисовать вот такую табличку, а дальше в ней вот ответить на вопрос. То есть сколько у нас будет людей в каждом аспекте, какие им требуются инструменты, материалы, и какие мы поставим перед ними цели и задачи. Угу. Понятно? Теперь вы поняли, да, вот как все это применяется. То есть я вам даже больше скажу. Вы когда читаете книжки какие-нибудь по менеджменту или еще что-нибудь, то все книги, они построены именно таким образом. Обычно глава, она начинается с того, что показывается какой-то инструмент. А дальше идет описание этого инструмента. Ну, вот она. Да? Например, да. Да. Вот. Значит, ну и последнее, что я вам хочу показать, это, сейчас посмотрю, да. Значит, это вот еще один мощный инструмент. Это, кстати, он отличается тем, что он признан самым популярным инструментом в мире, хотя он был придуман в 1920-х годах Анри Файолем. Вот этим человеком. Анри Файоль – это, кстати, один из первых наемных менеджеров вообще в мире. Вот, значит, Файоль пытался придумать такую штуку, которая бы описывала универсальную формулу решения любых управленческих задач. И он ее придумал. То есть это вот называется процессная модель. То есть он сказал, что бы вы ни делали, какую бы задачу перед вами ни ставили, вы должны ее выполнять в 5 основных шагов. Шаг первый – ее нужно запланировать. То есть вот у нас планирование, да. Шаг второй – нужно создать организацию. Вот смотрите, когда вы создаете план, у вас в итоге появляется список, да. То есть что такое план? Ну давайте представим, что вам начальник сказал переехать с одного офиса в другой. То есть план будет выглядеть так.
собрать вещи, заказать машину, загрузить машину, доехать до места, выгрузить машину, расставить вещи и так далее. Да? Это план. Теперь смотрите, шаг второй, организация. Это вы берете вот этот вот план и в соответствии к каждому действию пишете фамилию. То есть, например, собрать вещи, Сидоров, вызвать машину, Петров, там, загрузить вещи, Иванов. Вот это называется организация. Вы когда в план нанесли фамилии, вы фактически создали организацию. Вот. А следующий шаг, третий, называется руководство. Руководство в бизнес-технологиях – это синоним слова распорядительство. То есть, когда вы руководите, вы распоряжаете, ставите задачи. Что это означает? Вы приглашаете к себе этого Петрова, Иванова, Сидорова и говорите: ребят, смотрите, вот видите план. Сидоров, ты делаешь это, Петров, ты делаешь это, Иванов, ты делаешь это. Вот в этот момент вы руководите. После того, как они получили задание, они пошли работать. А вы должны переключиться сразу на координацию. Значит, почему? Потому что, знаете поговорку, человек предполагает, а Господь располагает. То есть план одно, а реальность обычно отличается от плана. Поэтому вы делаете что? Вы звоните Петрову и говорите: Петров, ну что ты там вещи собрал? Он говорит: ой, нет, блин, слушай, не успеваю, давай завтра. Значит, вы тогда звоните Иванову, говорите: Иванов, слушай, притормози там пока с заказом машины, там Петров вещи еще не собрал. Понимаете, да? Ну это я вам такой утрированный пример, но суть именно в этом. То есть вы координируете действия вашего коллектива, вашей организации для того, чтобы достичь цели и не было вот этих коллизий. Ну и последнее – это контроль. Ну, в данном случае у Файоля контроль имеется в виду контроль по результатам. То есть, когда вы переедете, вы сядете и сделаете план-фактный анализ. То есть, у вас было написано, что переезд должны сделать за 10 дней, потратить на него 3000 рублей и разбить всего 2 шкафа. А факт – переехали за месяц, потратили 30 тысяч рублей и разбили все шкафы. Вот, это вот как раз тот самый контроль, план-фактный анализ. Вот. Контроль, да? Смотрите, координация и контроль – это близкие по теме работы. То есть координация, ее еще называют мониторинг. Это контроль в процессе. Я сейчас работаю в управлении координацией, скажем так. Координацией, да? Получается, что я вот то, что вы сказали, да, я всем звоню, получается, у меня контролирующая функция, у меня и они говорят: вот что ты нас контролируешь, да? Я говорю: ну я же вас координирую, и вот они постоянно конфликты возникают, что у нас как бы координация, мы всех, ну, вот я, в частности, не ставлю счет. Да, я, знаете почему? На самом деле, я расскажу, смотрите, дело в том, что вот если вы будете изучать теорию мотивации, то это очень важная вещь. Контроль, он никого никогда не мотивировал. Контроль способен только демотивировать. Да. И поэтому контроля должно быть, тут должен быть баланс. Дело в том, что без контроля управлять невозможно. Вот. Это как канализация. Знаете, канализация – это гадость вообще. Но без нее плохо. Вот точно так же и контроль. То есть это штука, которая очень сильно демотивирует, но она должна быть. И отсюда мораль. Если вы чувствуете, что люди недовольны, значит, нужно какой-то баланс поддерживать. Ну, то есть, грубо говоря, уменьшать немножко контроль, либо переводить его в другие формы. Например, чтобы вы не звонили им, там, не отрывали, а предположим, чтобы они там что-то где-то отчеты какие-то там. Ну, понятно, да? То есть менять форму этого контроля. Сейчас, на самом деле, ну да. На самом деле, а Файоль в этом вот его область, он что, был предшественником Друкина, да, получается? Файоль был задолго до Друкина. То есть, короче говоря, сначала начали что-то с Друкера. А, смотрите, расскажу, да. Друкер создал науку. То есть, что такое наука? Как вы думаете, что такое наука? Это нечто такое структурированное. Вот, смотрите. Наука – это когда разрозненные знания собраны воедино и разложены по полочкам. Вот именно это Друкер сделал. Но знания существовали до него, но они были не структурированы. То есть, ну, например, Файоль что-то там придумал, написал статью. Он собрал все в кучу и структурировал. Вот это и есть создание науки. Он создал науку. А он кто был? Кто? Американец. Или... Файоль? Да. Не, Анри Файоль – это француз. Он руководил очень крупной фабрикой в 20-30-х годах прошлого столетия. Кстати, это, что интересно, фабрика существует до сих пор, правда, ее там уже 10 раз перепродали, но она существует, она причем работает. Ну, там был менеджер. Да, и он интересен тем, что он был одним из первых наемных менеджеров. Дело в том, что в начале 20 века не было разделения между владением и управлением. Помните, вот бизнесмен? И вот в начале 20 века бизнесмен... Да, совершенно верно. То есть, если ты чем-то владел, то ты этим и руководил.
Но в связи с ростом предприятий ими руководить стало очень тяжело. Поэтому возникла и потребность в наемных управленцах. И вот Файоль как раз был одним из первых наемных управленцев. Я, насколько знаю, у нас вот эти вот купеческие династии дореволюционные, да? Они еще до, в конце 19 века уже практиковали все эти Морозовы, Рябушинские, да, предприятия. Там не было менеджеров, там были, не, там были приказчики и администраторы, это не управленцы. А я вам недаром рассказал про разницу. Конечно, да. То есть я подчеркиваю, что Файоль был именно менеджером, то есть он мог принимать решения. Вот. А администраторы, они существовали задолго до того. То есть они еще там, не знаю, 500 лет назад существовали. Администратор – человек, который не принимает решения, он просто выполняет волю. Ему сказали делать это, он делает. А менеджер отличается тем, что он может принимать решение, куда развивать фабрику, что делать и так далее. Вот в чем разница. Вот. Ну окей, давайте дальше. Значит. И последнее, я хочу вам последний дать совет. Это хотите стать профессиональным менеджером, выполняйте вот эти вот, это тоже инструмент. Эти три вещи. Значит, знания, опыт, навыки. Это модель зон, так называемая. Суть состоит в чем? Вы умеете водить велосипед? Ну, кататься на велосипеде? Я нет. Нет? А автомобиль? Ну, да. Вы да. Окей. Вот это мне повезло, да. Автомобиль водите? Ну, немножко. Немножко, понятно. Ну, ладно. Ну, хорошо, представьте себе человека, который умеет кататься на велосипеде, да? На трех колесах. На трех колесах. Вот смотрите, как, вот эта вот модель, что она показывает? Она показывает, как происходит процесс научения. Вот, ее отлично знают педагоги и психологи, ну и менеджеры. Процесс научения происходит следующим образом. Сначала вам что-то показывают просто. Например, вам приносят и показывают велосипед. Говорят, смотри, велосипед. И даже садятся на этот велосипед, едут, и вы смотрите его. В этот момент что у вас получается? У вас появляется знание о том, что существует велосипед, и о том, что на нем можно кататься. Но это знание, оно ничего не стоит. Знаете почему? Потому что если вам дать велосипед, сказать, ну давай. То есть вы с него упадете. Значит, для того, чтобы научиться кататься, вам необходимо перейти на второй уровень. Второй уровень – это опыт. То есть вы садитесь на этот велосипед, падаете 10 раз, сопли, слезы, содранные коленки. Вот. Однако через какое-то время вы садитесь на велосипед, и у вас получается. И вот этот момент называется переход опыта в навык. Значит, как определяют психологи навык? Навык – это некое автоматическое умение. То есть, грубо говоря, это то, что вы умеете делать, не задумываясь, автоматически. Понятно, да? Значит, зачем я вам это рассказываю? То есть, вот я вам показал сегодня кучу всяких разных инструментов, вот, у вас появилось знание. Но это знание не имеет никакой ценности, если вы не превратите его в навык. То есть, если хотите, чтобы это приобрело ценность, то вам необходимо нужно взять этот инструмент, начать их применять на практике, тогда у вас появится опыт. Вот. А через какое-то время, если вы это будете делать часто, регулярно или там, систематически, это уйдет у вас на подсознанку, и вы это будете делать автоматически, ну, как уже навык, как мощный, серьезный навык. Вот и все. То есть на этом, собственно, наш семинар как бы заканчивается. Я еще два слова скажу там, про руководителя структурного подразделения. Курс очень широкий, читается уже 5 лет. Но я рассказываю про свой курс. То есть здесь специалисты, есть такая возможность, преподаватель может взять программу и разработать на ее основе свой собственный курс. Вот, то есть курс, который я читаю, авторский курс. Вот тут, видите, очень широкая аудитория, тут начиная от тех, кто еще никогда нигде не работал, заканчивая бизнесменами. Это правда на самом деле, потому что у меня здесь учились и студенты из Бауманки. За одной партой может сидеть студент из Бауманки, и рядом с ним сидит вице-президент из Росатома, представляете? То есть, ну, как бы, и тем не менее, да? Вот, значит, цели курса, ну, в общем, смотрите, я не буду зачитывать эту ерунду. Короче, в двух словах. Этот курс, он эквивалентен годовому курсу по менеджменту классическому по объему инструментов. То есть он весь инструментальный. И задача его такая – передать вам как можно больше знаний об инструментах. Из разных тем. Там, не знаю, от подбора персонала до мотивации, стратегии, планирования и так далее. Вот. Ну и вот, собственно, содержание. Вот смотрите, он разбит на... Помните модель Файоля, кстати? Помните? Планирование, организация, руководство, координация, контроль. Теперь смотрите. Планирование, организация, руководство, координация, контроль. Это логический блок курса. То есть у нас там одно занятие ведения менеджмента, потом очень много мы говорим про руководство, координацию, потом, собственно, планирование, организация, контроль.
Почему много говорим про руководство и координацию, могу пояснить. Дело в том, что этот курс, он фундаментальный. Фундаментальный, это означает, его на самом деле настоящее название основано на нем. А фундаментальный, это означает, что он предназначен вот для... Вот для этих людей. То есть для линейных управленцев. Но линейные управленцы – это фундамент. То есть, другими словами, если ты не обладаешь вот этими знаниями, то ты будешь низкоэффективным руководителем на высшем уровне. Вот, кстати, у меня вот вопрос по поводу этого. Значит, вы сказали, да, что руководитель, этот менеджер, он должен быть вне того, что он, чем он управляет. Да. Вот, кстати говоря, по поводу знаний. То есть считается, что он должен понимать вообще-то вот в этой области, которую он управляет. Да. Даже не просто, не просто понимать. Он не должен быть крутым специалистом, но он должен понимать это довольно хорошо. То есть было бы неплохо, если бы он бы как бы вырос из этого. Это идеал, да. Но это не обязательно. Не обязательно. Но тем не менее он должен все-таки обладать знаниями. Должен, да. То есть он обязательно должен пройти подготовку и понимать предмет, с которым он работает. А вот эта вот модель взаимодействия сверху вниз, она четко выдерживается, да? То есть директор департамента общается, вот как вы говорите, то сколько человек в вашем подчинении, да? Директор департамента говорит, трое начальников управления, да? Угу. То есть считается, что вот так они и общаются, директор департамента только... А, вы имеете в виду, соблюдается ли цепочка? Нет, раньше, ну, смотрите, как в бюрократических организациях крупных это старались делать, а сейчас этого избегают наоборот. Дело в том, что соблюдение цепочки приводит к очень долгому процессу рассмотрения каких-то вопросов. И сейчас уже много-много лет идет как бы движение в сторону спрямления связи. То есть люди могут перескакивать уровни совершенно спокойно. То есть как такая демократия, да? То есть можно... Ну, можно сказать и так, да, да. Вот. Это приводит, конечно, к куче всяких разных коллизий и там дополнительных проблем, но в общем. Но более эффективно. Да? Ну да, да. Я почему спрашиваю, потому что я знаю контр-премьера, да, и мне всегда казалось, что это неправильно. Ага. В общем, вы подтверждаете. Да. То есть я вот такие видела примеры, имеющие пост, когда, там, например, ну, например, там директор департамента, да, вот он категорически считал, что вот он общается там, с начальником управления, все. Вот, и даже как бы вот существовали меры наказания, да, тех начальников отдела, которые зачем-то, как бы, как считалось, через голову. Не-не-не, это сейчас даже очень крупные организации избегают этого. Вот, мне тоже всегда казалось, что это неэффективно и как бы даже странно. Да. Ну что, давайте ответим на вопросы. Возьмет ли на Людмила спрашивает, возьмет ли на работу начальник подчиненного умнее себя в России и на Западе? А, Людмила, вы знаете, тут дело-то не в России и Западе совсем, то есть тут дело в человеке. То есть есть люди, которые, понимаете, как начальник, это плохое слово, вот руководитель. Если человек менеджер, то почему нет? Он возьмет, конечно, ради бога. То есть как бы все зависит от цели организации. Хотя вы абсолютно правильно задаете вопрос, это очень часто встречается, особенно в России, люди стараются не брать подчиненных, которые в чем-то более продвинуты, чем они. Вот, хотя это полный бред с точки зрения самой теории организации. Вот, значит, следующий вопрос, спасибо. А, где-то немецкий автомобиль обсуждали, Хлеб-Лук. Проходил ваш курс, понравилось, много ценной информации. Вадим. А зачем тогда на этот пришли, Вадим, если ты мной проходил? Так, дальше. Хороший менеджер, хороший психолог. Какие книги лучше почитать в смежной области? Так, хороший вопрос. Сейчас, сейчас чуть позже. B2B, B2C рынки. Никита, вы знаете, вот с точки зрения менеджмента практически нет отличий между B2B и B2C. Есть, знаете, какое отличие? Есть отличие... не в B2B, B2C, а есть отличие между управлением компаниями, производящими услуги, и компаниями, производящими товар. Вот. А B2B, B2C значения не имеет. B2B – это бизнес, бизнес для бизнеса, а B2C – это бизнес для покупателя, для, для консюмера. Да, 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 да. Вот. Так, а теперь вопрос, значит, вот у нас человека, который не подписался,
Какие книги лучше почитать? Значит, давайте про книги, да, интересный вопрос. Если мы говорим, вот вас заинтересовала психология, то я бы вам очень порекомендовал книгу, просто вот офигенно. Есть, короче говоря, книги по бизнесу делятся на несколько типов. Есть книги академического характера, типа учебников. А есть, значит, книги всякого рода вдохновлялки. Значит, вот если мы говорим про учебники, то я вам классику не буду рекомендовать, я вам порекомендую то, что мне очень нравится. Это Фред Лютенс, вот именно в психологический такой уклон. Кстати, его практически невозможно найти в магазинах. Лютенс, сейчас попробуем так, или Лютенс, они вот по-разному переводят. А, вот что-то есть, да. Да, вот. Вот у него такая книга была просто ураганная, называется она «Организационное поведение». Вот. Это как раз вот то, что вы говорите, психолог, психология, да. Сразу скажу, эта книга полноформатная и толщиной, наверное, сантиметров 7. То есть она отличный способ придавить капусту. Вот, значит, но офигенно интересная, то есть очень нестандартный, как бы, человек, очень нестандартно пишет, хотя академическая книжка, то есть вам придется продираться, она написана довольно таким тяжелым языком. Вот, ну, взгляд очень нестандартный. Кстати, издавалась в России всего один раз, что очень жалко. Вот, если сможете ее найти где-то в Буке или там на торрентах, то, ну, можно. Вот, а, значит, а если вдохновлялки, про вдохновлялки говорить, ну, кого? Ну, Стивена Кови, наверное, знаете. Значит, кого еще? Психология, что-нибудь вам такое, да? Ну, можно еще, знаете, кого? Вот если говорить про руководство, хотя нет, это не очень. Есть очень хорошая книжка, вообще цикл книжек, автор, это Дэвид Майстер. Попробуйте его найти. Но он, правда, сразу скажу, он очень много, вот он, да, такой еврейчик американский. Вот, значит, он очень много пишет про управление компаниями, которые услуги производят. Вот эти вот книги офигенные. «Делай то, что проповедуешь», «Управление фирмой», эти самые, «Оказывающие профессиональные услуги», «Стратегия толстокурильщика», они все очень интересны. Вот. Но я вам сразу скажу, несмотря на то, что он пишет про услуги, ну, примерно 70% того, что он пишет, легко применяется и для производства товаров, и всего остального. То есть, он, правда, сразу, он много чего. То есть он охватывает не только менеджмент, там, и маркетинг, и все подряд, но очень умный мужик. Вот. Вот эти книги, скорее, больше я отношу к таким вдохновлялкам, чем к академическим учебникам. Вот. Собственно, по психологии. Есть еще книжки, попытайтесь найти, я сейчас, правда, не помню автора. Называется она «Организационная психология», так и называется. По-моему, там даже группа авторов. Так. Вот, ну только, пожалуйста, не покупайте российские, купите западные. Да. Не потому, что я там что-то не патриот, но, к сожалению, у нас просто неоткуда это взять. Так. А вот, кстати, по-моему, вот это она и есть. Вот я смотрю, это книги «Татуировки менеджера». Где? Они же ниже была. Вот это. «Татуировки менеджера». Не знаю, не читал. Не читал. Мне все, когда мне даже стыдно, мне время почитать. Не читал. Я вот свое издание я здесь не нахожу. Это «Ману Иванов Фербер». Не. «Ману Иванов Фербер» они выпускают. У них очень хороший набор, но они, знаете, чем грешат? У них не все хорошее. Они очень конъюнктурные. Вот, они выпускают, у них там бывает хорошая книжка, а потом там 2-3 попса. Потом опять хорошая книжка, опять попса. Ну, то есть такое. Вот, короче говоря, вот очень похоже, что вот это интересная вещь. Значит, я просто не помню, у меня вот тоже такая книга, здоровенная, толстая. Вот. Я вижу, что это толстое издание. Вот. У меня просто обложка другая, и авторов я не помню. Рекомендация такая. Авторы должны быть западные, книжка должна быть толстая. Стоимость книжки не менее 1000 рублей точно. Вот. Кстати, давайте так сделаем. Вот если интересно, я просто посмотрю дома книгу и выложу свой блог ее. У меня есть блог вот такой. Сейчас покажу.
моногеп, то есть как менеджер, да, только в конце не R, а P. Моногеп.ру. Вот, я просто выложу вот в рубрику книги. А вот, кстати, здесь у меня обзор этой, как ее дан, мастера управления фирмой. Вот. Окей, что у нас там еще за вопросы? Размер знаний не пугает. Большое спасибо, очень интересно. Да, вам тоже спасибо. А теперь смотрите, когда я веду, я не являюсь штатным преподавателем специалиста, я типа приглашенная звезда, шучу. Я не штатный преподаватель, работаю только по выходным, потому что на неделе у меня бизнес, я работаю, преподаю только по субботам и воскресеньям. Значит, эти самые занятия можно найти, если перейти на сайт. На сайте специалиста, да, то есть можете посмотреть. Вот. Я веду 6 курсов в специалисте. Давайте сейчас перейдем туда на специалист. Да. Но вы пришли попозже. Наш преподаватель в самом начале так. Сказал. Что сказал? Вот вы в самом начале сказали, что так. там вести работы, но в итоге вы завелись. Работать топ-менеджером. Вообще, работать с наемным сотрудником. О, чувствуете, да? Да. А я могу объяснить даже, почему. Да. И перешли, короче говоря, чьи-то да. Как же руководить. Да. Ну, опыт-то да, надо да, как-то... Нет, это, интересно, да? И чего же вы завелись? Так, что-то я неправильно назвал. Назвал. Нет, дело не в этом. Я могу объяснить, кстати, если интересно. Да, очень. Вот опять же, возвращаясь. Просто у нас сейчас очень мало времени, и я просто покажу вам статью, которая это дело объясняет. Значит, в моем блоге есть статья. Сейчас попробуем. Вот. Статья называется «Люди системы» или «Почему вас не любит начальство?». Вот. Почитайте ее, и вы найдете ответ, почему я так поступил. Так вас что, суть-то в чем? Что вы переживаете, что руководитель вас? Нет. Просто, знаете такую теорию Макгрегора XY, нет? Не знаете, да? Ну, в общем, почитайте статью, поймете. Вот. А теперь по поводу курсов. Значит, вопрос по курсам. Вообще, на самом деле, курсы по преподавателям специалисты лучше искать вот как. То есть нажимать не курс, а нажимать о центре. Затем нажимаете преподавателя, да, выбираете того преподавателя, которого хотите. Если вы на него нажмете, то вы увидите только его курс. Вот. Значит, что я веду? У меня три направления. Это менеджмент. Первый курс называется вот этот руководитель структурного подразделения. Это основы менеджмента. А второй курс называется «Руководитель среднего и высшего звена» для топ-менеджеров. Но я сразу говорю, вот у нас есть многие люди, которые сразу идут вот сюда, лучше этого не делать. Потому что если ты вот этого не знаешь, тебе будет очень трудно понять вот это. Это серьезно, я не шучу. Вот. Второе у меня направление – это маркетинг. То есть в рамках этого направления два курса. Это первый называется «Менеджер по маркетингу и рекламе». Но опять же, видите, специалист – это просто коммерческое название. Суть этого курса – это основы маркетинга. Вот. Вторая часть этого курса называется «Брендинг». Маркетинг вот. Там в целом? Вообще маркетинг – это то, как создавать и управлять бизнесом. Если менеджмент – это наука про то, как управлять людьми, финансы – это наука про то, как управлять денежными потоками, то маркетинг – это наука о том, как делать бизнес. Вот. Значит, то есть, что? Не на маркетинговом, да, исследования? Почему? Там и про исследования есть. Но это основа маркетинга, там идет полный обзор. Вот. И третье у меня – это продажи. А продажи, они делятся вот. Первый курс называется «Эффективные продажи уровня 1». Вот. А второй, что-то мне его не поставили. Второй называется «Ведение переговоров». Второй уровень, да. Ну вот, вот, собственно, все курсы, все авторские. Вот. Окей, ну что, у нас уже время вышло. Спасибо, спасибо всем большое, да.